майор. Джентльмен. Можно грузиться? Не надо торопиться. У нас никогда не было таких потерь. Передохните, помолитесь, если для вас это важно. Мы готовы, сэр. Что ж, накажем мразей, которые это сделали. Все детали в ваших КПК. Бомбу, убившую наших товарищей, везли к южной границе. Они заплатили высокую цену, чтобы не допустить этого. Но это цена – безопасность наций. Рамирес, Аллен, Макген и Хейнс сделали свой выбор. Их жертва не была напрасной. Но давайте сделаем так, чтобы это не повторилось. Бомба прошла через множество рук, прежде чем оказаться там. Один из цепочки, Габриэль Паэс, хочет сотрудничать. Паэс – наркоторговец средней руки и новичок на рынке оружия. Кажется, он откусил больше, чем может проглотить. Он говорит, что не знал конечного адреса. Бла-бла-бла, но не суть. Паэс – слабое звено. Надо действовать. Espera. No me importa, cállate ya. Ya te lo dije, Paez no está aquí. Bueno, no está ahora. Es que no apareció, no es un fantasma. ¡Localízalo! ¡Ay, idiota! ¡Есть! Охотник на связи. Мы в точке рандеву, здесь ни следа груза. Мутно. Дом разорен. Паэс, должно быть, смылся. Принято. Мы проследим за ним и примем меры.
Какие будут указания нам? Держите ухо востро и готовьтесь взять след. Охотник, мастер на связи. Мы засекли Паэса в эфире, соединяем. Эй, вы тут? Мистер Паэс, мы в точке рандеву и готовы вытащить вас. Кто-то ждал меня. Со мной хвост. Я летаю, вы должны выйти ко мне. Рынок, торопитесь. Давай, уходи. В укрытие. Не высовывайтесь. Не стреляй. Нужно выяснить, сколько еще их в округе. Включи датчик. Должно помочь. Тут малая цель. Все чисто. Уйди. Уйди отсюда. Уходи отсюда быстро. Вот он. Вижу пальцы. Включай датчик. Вижу противника впереди. Обрати нос ojos. Busquen al Paez. Tiene que estar por aquí. Защищаем Вима. Стрелять на поражение. Сделал. Понеслась! Перед нами! Вы перед смерти моей хотите? Activated. Я иду! Слева! На крыше! Бегу! Готов! Достали! Цель не глаз! Цель поражена! Охотник, это Волчок. Попробуем зайти на зону высадки. Посмотрим, сможем ли принять либо. Волчок, аккуратно. Там жарко. Принято, охотник. Мы постараемся. Встреча на запасной. Принято. Удачи. Попал! Вы молодцы! Не даю удачи. Отлично. На 12. Снял его. Понял. Меня ранили. Бегу мать вашу. Эй, стой! Перезаряжаем. Выметайтесь отсюда нахрен или убью. Быстро, быстро, валите! Я в укрытии! Я под обстрелом! Машина, осторожно! Попал! За мной. Поиграем в альпинистов. Охотник, мастер на связи. Мы запеленговали сотовый ВИПа. Ведем его. Понял. Уверены, что он стоит таких напрягов? Отнюдь, но он нужен Румо, так что выполняйте. Он знает, что мы хорошие парни? Он знает, что вы единственная надежда, значит, вполне хорошие. Этот он не радуется. Если выживет, я напомню, что ему чрезвычайно повезло. Посмотрим, что внутри. Ставьте датчик. Датчик брошен. Приготовились к проникновению. Два противника, оба стрелки. Где они? Пошли, пошли! Снял его! Идет дальше!
Мастер, охотник на связи. Что с грузом? В движении. Тепловые датчики показывают высокую активность. Вы разворошили муравейник. Ищейки? В перемешку с гражданскими. Смотрите в оба, следите за целями. Есть. Давай, уходи. Пора! Иду, прикройте! Есть датчик! На 12! Они идут! Я их прикрою! Враг мертв! Минус один! Я перезаряжаюсь! Готов! Огонь! На три! На балконе! Противник с винтовкой! Передвигаясь от укрытия к укрытию! Найди укрытие! Легкая машина! Вот теперь поползи! Сэр, мы продвигаемся. Подождите. Ваши мне сказали, что послали лучших. Если это лучшие... Мы близко. Еще пара минут, и мы вас вытащим. Парни, вперед! Если ничего не сделаешь, нам конец! Готов! Иду! Противник там, у бетонных блоков! Ты ранен, ложись! Подавляю! Враг убит! Все понял! Окно, в окне смотри! Световая! Перезаряжу! Идут к укрытию! Они тут рядом, ищут меня! Какого хрена вы творите? Сэр, мы их как раз убираем. Идите. Пошли, идем! Вперед, живо! Уходи, отсюда! Иди отсюда! Надо идти! Здесь проползаем, берегите головы. Не стоим! РПГ! У него РПГ! Где? Там, на крыше! Датчик ушел! Они скоро отступят! На крыше! Убить бойца с РПГ! Снял его. Идем к вам еще чуть-чуть. 2-3 минуты. Вы в безопасности? Нет, они снаружи. Спокойно, пригните голову. Нас не должны услышать. Используйте глушители. Не надо было верить вам. Ваши люди дали мне гарантии. Сэр, клянусь, мы вас вытащим, если будете меня слушаться. Быстрее же! Черт! Паэс! Паэс! Призраки, быстрее! Здесь двое стрелков. И где? Справа. У облаков. Ставьте датчик. Бросил датчик. Еще 3 противника. Тот. Все, готов. Ага, понял. Если нас увидят, его сразу убьют. Не поднимайте шум, а то убьют ВИПа. Вижу еще одного. На лестнице. Они нашли труп, теперь на страже. Контакт, Рой, ставьте датчик. Враг убит. Ну что?
У нас тут три давки датчики. Еще двое. Не поднимайте шум, а то убьют ВИПа. Сделал. О, еще один. На 12. Если нас увидят, его сразу убьют. Датчик брошен. О, еще один. Где он? Слева. Там, на вышке. Подтвержден. Вижу еще четверых. Узнают, что мы тут, прикончат Пайса. Подтверждаю, он там. Сколько? Четверо. Плюс цель. Приготовиться. Выполнять. Выполнять. Умрите вы, сукины дети! Мастер, это охотник. Груз у нас. Принято, охотник. Волчок поврежден. Он в воздухе, но мы не можем рисковать. Я сам идти могу! В зоне эвакуации слишком жарко. Планы изменились. Спускаемся вниз. Идем, идем! Отвалите! Я сам тебя вытащу! Стоять! Дайте мне оружие! Я могу сражаться! Нехорошо будет, если вас подстрелят, сэр. Ромб вокруг ВИПа. Все, иди! Ну, у нее V8, 6,7 литра. Она точняк лучше. Тридцатник. Ты на базе живешь, а не на ранче. Вроде работает. Тебе не нужны эти 6,7. Я тебе говорю, мужик, она лучшая. Попробуй. Ну да. Надо выходить немедленно. Сколько нужно времени? Сколько? Примерно полминуты. У нас зеленый свет, ребята. Собираемся. Тридцатник, лови. Пеппер,
Козак. Они разобрались, как это работает? Неплохо. Классная штука. Главное, двигаться медленно. Какая задача? Полевой командир скрывается в лагере беженцев. Его кормит та же рука, что и наших друзей из Южной Америки. Детали в КПК. Человек, которого вы доставили, Паэс, назвал сотни имен. Большинство из них шушера среднего и мелкого разлива в Южной Америке. Но мы нашли кое-что интересное. Джентльмены, мы направляемся в Африку. На долю Паэса пришлась лишь часть большой поставки. Другая отправилась в Замбию к человеку по имени Деде Макаба. Макаба – ангольский полевой командир и военный преступник. Он бежал из Анголы в Замбию и открыл лавочку прямо в центре лагеря беженцев. На днях он ожидает свежую порцию груза. Макаба лишь очередной этап. Вам нужно выяснить источник поставки. Времени у нас в обрез, придется действовать днем. Местный проводник поможет проникнуть в лагерь. Найдите Макабу, найдите этот груз и выясните, откуда он. Chores. Ei, ei, Che, tenha calma. Tenha calma. Ah. Malandra. Только слово, Кэп. Тихо. Легко отделался. Охотник, это мастер, как успехи? Мастер, охотник на связи. Готовы выдвигаться. Понял. Главная задача найти и захватить последнюю поставку оружия Макабе. А Макаба? Вторично, нам нужны его поставщики. Ясно. Конец связи. У меня тут стрелок. Справа. Рядом с колодцем. Еще один. Где он? У нас на три. У обломков. Иду. Еще три противника. Перед нами. Есть пара. Вот и третий. Жду. Иду. Готов к атаке. Начинай. Готов к атаке. Начинай. Готов к атаке. Жду сигнала. Я готов. Огонь, огонь. Это все. Тут... Надо осмотреть лагерь, чтобы не рисковать. За мной. Есть камуфляж. Ложись! Не атаковать. Они нас в клочья порвут. Всем лечь. Будем ползти. Плюс двое. Впереди. Так, вроде все в норме.
Меняю позицию. Вижу противника. Похоже, патруль. И еще один. У машины. Враг убит. О, еще один. Впереди. Они тебя заметят. Вижу еще одного. На 3 часа. Сделал. Плюс 3. Прямо впереди. Бросил датчик. Еще 2. 2 цели есть. 4 цели. Жду сигнала. Готов. Готов к атаке. Огонь. Цель поражена. Камуфляж включен. Здоровая штука. Без помощи нам здесь Макабу не найти. Пока будем глазеть тут, он уйдет. Если пойдем наобум, потеряем его. Охотник мастеру, нужно сканирование со спутника. Мастер принял, ждите, передаем. Там внизу пороховая бочка. Гуманитарный кризис, это мягко сказано. Бандиты Макабы контролируют все. Еду, воду, медикаменты. А что не принадлежит им, забирают силой. А вот и наш человек. Как зайдете, следите за ним. Он приведет вас к грузу. Макаба так или иначе контролирует все. Там все завязано на нем. Он ваша главная цель. Вас понял, мастер. Когда прибываем? Связной уже на месте. Он вынужден скрываться, но будет ждать вашего прибытия. Только не привлекайте к нему внимания. Он сильно рискует, помогая нам. Принято. Охотник выдвигается. Сэр? Да, вижу его. Нам нужно его вытащить. Да, надо сработать чисто. Приготовиться. Не стрелять, пока не доберемся до цели. 2-я цель. Готов, жду выстрела. Жду сигнала. Номер 3. Готов. Отметил 4-го. Жду сигнала. Я готов. Огонь, огонь. Попал. Есть, он сидит. За мной, пошли. Вперед, идем, быстро. Высовывайтесь, тихо. Не надо привлекать внимание. Итак, призраки, давайте определим условия контакта с противником. Заходим в лагерь, уничтожаем врагов, не поднимая шума. Работайте с первого выстрела. Если цели несколько, помечайте и ликвидируйте их одновременно. Маскировка позволит нам проскользнуть незамеченными. Если Макаба исчезнет, мы упустим наш шанс. Нужно быть внимательными, ясно? Есть. Нормально, как. Принято. Охотник, для сведения, к вам идет песчаная буря. Не упустите момент. Принято. Не упустим. Запомните,
Если убивать, то тихо. Подниму тревогу, и все пропало. Принято. Включаю камуфляж. Иду. Бросаю датчик. Два противника. Оба стрелки. В том здании. А что они делают? Четвертая цель. Жду сигнала. Жду. Плюс один готов. Готов. Начинай. Давай. Попадание. Перезаряжаюсь. И еще один. У того дерева. Меняю позицию. Вижу еще двоих. На 3 часа. Выхожу.
Спенсер. К нам компания. Уходим. Укрытие. Двигайся. Есть пора. Приготовьтесь. Иду. Жду сигнала. Потерял. Нужно торопиться. Vem aqui! Quem é segurança da pista de aterragem? Entendi. Não sei. Não tratamos disso. Não tem desculpas. Eu não confio nesses sul-africanos. Arranja alguém que os mantenha de baixo. Manda uma minha guarda pro pessoal nos acompanhar. Trata tudo disso! Anda! Сколько еще? Нет, не важно. Деньги ушли. Но перевод легко отменить, если не получу того, что мне нужно. Да, конечно, я уже говорил об этом. Не будь идиотом. Мои люди готовы принять поставку. Просто сажайте самолет, а дальше мы обо всем позаботимся. Мастер, получается, оружие все еще в пути. Чего ты так интересуешься своим бизнесом? Здесь рядом есть летная полоса, поищем там укрытие. Что с Макабой? Значит, найду другого. Вы заботьтесь о нем сейчас, чтобы не возвращаться. И не надо меня разводить! Жду сигнала. Помечаю третьего. Цель-4. Командуй. Готов. Я готов. Жду сигнала. Давай. Готов. Иду. Перезарядка. Плюс двое. И где? Слева. Иду. Контакт. Там пулеметчик. Справа. Две цели. Вот и третий. Готов. О, еще один. Прямо. Смотрит сюда. Осторожно. Готов к атаке. Начинай. Готов. Огонь. Попадание. О, еще один. Перед нами. Жду. Готов, жду выстрела. Вижу противника. Я готов. Осторожно, тебя заметят. Готов. Огонь, огонь. Отдохните, проверьте снаряжение. Со спутника. Похоже, груз Макабы прибыл. Его уже выгружают. Сэр, в самолете может быть план полета. Узнаем, откуда летели и, возможно, куда. Хорошая идея, Козак. Мастер, охотник меняет цели. Попробуем взять инфоблок самолета. Я вас понял, охотник. Поторопитесь, приближается буря. Ясно, что экипаж постарается взлететь пораньше. Вас понял. Капитан, при всем уважении, здесь нам не надо бы торопиться. Да ладно, расслабься. В могиле бы не расслабиться. Ни к чему это спешно. Папер, я и сам не в восторге, но выбирать не приходится. Понял. Работаем.
Жестко, господа, но спокойно. Выдвигаемся. Вижу полосу. Кажется, самолет готов взлететь. Мы не должны этого допустить. На аэродром. Я в пути. Вижу стрелка одного. Прямо впереди. Все, готов. Ясно. Вижу двоих. Стоят и болтают. Вторая цель. Стреляй. И еще один. Враг в здании. Давай. Плюс один. Спереди. Есть пара. Бросаю датчик. Жду выстрела. Готов к атаке. Помечаю третьего. По сигналу. Готов. Четвертая цель. Противник. Слева. Один стрелок. Давайте! Самолет ждать не станет! О, еще один. На 9. Камуфляж включен. Тебя же заметят. Бросил датчик. Две цели есть. Контакт. Там. Самолет начал движение. Помечаю. Мы не можем встать. Двигаться. Еще один. У самолета. Услышали нас? Справа. Снял его. Мы упустили их. Ага, не совсем. Идем вниз. Они упадут за лагерем! Надо быть там первыми. Сколько у нас времени до начала бури? Очень мало. Включаю камуфляж. Тихо, не вышло! Иду! Контакт! Плотнее. Мы не должны потеряться. Приготовьтесь, начинается. Охотник. Противник на месте. Подождать. Охотник, мастер, повторите. Много целью. Мастер, помехи, повторите. Кажется, мы теперь сами по себе. Двигаться к месту крушения. По-моему, хуже.
Будьте начеку, надо пройти сквозь лагерь, там неспокойно. А они не могли трогнуться в местечке поудобнее? В другой раз. Надеюсь, его не будет. Thank you.
Охотник, будьте осторожны. Противник выдвинулся к месту крушения. Принято. Мы разберемся. Противника пока мало. Вот скоро все сюда сбегутся и начнется веселуха. Давай! Контакт. Четыре стрелка. Перед нами. Бросил датчик. Две цели есть. Помечаю цель 3. По сигналу. О, еще один. Жду. Я готов. Плюс один. Угроза устранена. Трогал я. Нет, нет. О. Ну вот и он. Дом вдали от дома. Люблю флот. Обожаю. Если бы не чертовы матросы. Не волнуйтесь, вы тут не задержитесь. Майор сообщил, у Лэнды проблемы. Успели сесть, у нас уже снова есть работа. Снаряжение уже готово? Готово и ждет. Подробности задания смотрите в ваших КПК. Черный ящик из Замбии, тот еще путешественник. В Румо смогли извлечь из него маршрут, до этого были остановки в Нигерии. В дельте Нигера в последнее время зафиксирована активность. Похоже, у ЦРУ есть агент, контролирующий частную военную корпорацию в регионе. Watch Gay Sec заявляют, что они обеспечивают безопасность нефтедобывающих компаний. Но, по-моему, не только. Эти ребята купят силы на НПЗ и устраивают вылазки в соседние деревни, накаляют страсти в проблемном регионе. Зачем, надо выяснить. Агент ЦРУ, офицер Дэн Сайкс, успел передать подробный расклад ситуации, после чего исчез. Лэнгли пыталась восстановить контакт, но пока что безуспешно. Они предполагают наихудший вариант. Задача — найти и эвакуировать Сайкса, в каком бы он ни был состоянии.
Агентер, его основная цель — найти и эвакуировать. Хорошо, что мы тихо подошли. Разговоры. Включите визоры. Камуфляж. Тут в последний раз видели Сайкса. Дадим новым жильцам пару вопросов. Приготовились. Activated. Спрашиваю один раз. Где американец? Кенни Денни! А! На НПЗ! В грузовом контейнере! Его на НПЗ отправили. Мастер, это охотник. Они отправили груз на НПЗ. Идем туда. We can't stay here! They kill us all! Принято, охотник. Обеспечим поддержку. We know! He's still getting off air! Он же видел help! Учтите, в вашем районе много граждан. Я готов. Внимательнее. Готов к атаке. Вино! Вести тебя! Стоп! 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 Понял. Есть камуфляж. Внимание! Вперед! Готов! Они штатские! Ты с ума сошел! Пошли, пошли! Я понял! Иди, иди! Попал! Идем, идем! Иди, иди, с дороги! Перезаряжу! Есть датчик! Идем дальше! С дороги, скорее! Уходи отсюда! Квантам! Огонь! Понял! Подходим к лагерю. Есть новости? Понял. Запускаем сканирование со спутника. Мы используем спутник АНБ. Перенастройка займет немного времени. Ждите. Вот и все. Передаю данные. Для получения полной картинки нужно время. Пока же могу сказать, что у вас там кто-то есть. Мы знаем, что наемники используют это как базу.
Это полуразрушенный лагерь, состоит из нескольких строений. Наши ребята проанализировали маршруты перемещения и телефонные звонки. Похоже, Сайкса держат где-то здесь. Сайкс служил в спецвойсках. Если кто-то и может пережить плен и допросы, так это он. Но мы ничего не знаем о его состоянии. Готовьтесь выносить его на руках в случае чего. Часть лагеря крытая, похоже, это ангар. Мы не можем выяснить точные координаты контейнера. Мы сможем использовать дроны или магнитные сенсоры. Мы найдем его. Понял вас. Похоже, наемники ни о чем не подозревают. Да эти хладнокровные ублюдки тупо развлекаются, пока их друзья вырезают мирное население. Скоро они свое получат. Не стоит их недооценивать. Они здорово экипированы и неплохо стреляют. Внимание! На радаре появились две отметки в нескольких километрах от вас. Похоже на два вертолета. Они многое расскажут вам о том, с кем имеют дело эти наемники. Вертушки — это серьезно. Вертолеты идут не очень быстро, но в вашем направлении. Будьте начеку. Что у нас с авиацией? Для ближнего боя ничего, но у берега стоит авианосец. Ребята дадут нам пару самолетов. У нас есть пара птичек к югу отсюда на высоте 6 километров. Это на экстренный случай. Не стоит их вызывать, если вы сможете справиться сами. Принято. Это все, что у нас есть. Удачи. Понял вас. Конец связи. Включи. Используй дрона. Пометь их. Два стрелка. О, еще один. Две цели. Номер. Разобрать цели. По сигналу. Стреляй. Давай. Камуфляж включен. Тут крупная цель. Прямо впереди. Контакт, там пулеметчик. Где ты его видел? Там, на балконе. Бросаю датчик. Выдвигаюсь. Никак. Есть пара. Иду. Приготовьтесь.
Огонь, огонь! Две цели. Вот и третий. Командуй. Я готов. Готов к атаке. Открыть огонь. Смотрим сюда. Все, призраки, готово. Есть. Замри! Спокойно, спокойно. Все хорошо, сэр, мы вас вытащим. Мы не одни. Подъем, пошли. Защита ВИПа. Идем ромбом. Вперед. Давайте. Браво. Браво. На мосту. Не высовываться. Пригнуться. Прикрывайте его. Окей. Цел. В порядке. Сэр, вы ранены? Все нормально. Какой план? Нужно доставить вас в целости. Уходим с открытой местности в ангар. Назад в город. Сэр, вы через многое прошли. Думаю, отпуск вам не помешает. Вы не понимаете. Эти наемники участвуют в чем-то большем. Я думаю, они сами не знают в чем. Есть точные данные? Конечно. Я наблюдал за ними месяцы, но кто-то предупредил их. Пришлось быстро избавляться от документов. Где они? В багажнике машины. В северной части города, у заправки.
Мастер, это охотник. ВИП располагает ценной информацией. Север города, в машине у заброшенной заправки. Принято, охотник. Ждите, просканируем. Дайте оружие. Я покажу. Не могу, сэр. Вы отправляйтесь домой, мы заберем данные. Я бывший рейнджер. Справа. Я уверен вас, сэр. Сегодня вы наши задания. Вы уходите. Охотник, мы все еще наблюдаем активность внизу. Охотник встретится с вами в запасной зоне. Понял. Если возвращаетесь, то поторопитесь. Подтверждаю. Выходим. Конец связи.
Кажется, местные бунтуют. Они же его порвут. Что будем делать? А? Малыш, нас тут вообще нет. Мастер, уточните местонахождение машины. Охотник, не можем. Видим пару строений, но не можем найти машину. Придется прогуляться. Принято. Миллионы баксов летают в космосе, а делать все приходится по старинке. Так, глядим в оба. Надо найти машину. Бросаю датчик. Волчок, охотнику. Дошли до запасной. Будем ждать вас. Вас понял, волчок. Скоро будем. Есть камуфляж. У нас тут стрелок. Один. У КПП. Бросил датчик. О, еще один. На 9. Все, готов. Еще двое. Прямо впереди. Бросаю датчик. Еще двое. Смотри слева. Меняю позицию. Цель устранена. Здесь еще двое. Справа. Тебя могут заметить. Две цели есть. Номер три. По сигналу. Вот и четыре. Стреляй. Готов. Жду сигнала. Готов. Подтвержден. Перезаряжаюсь. Включаю камуфляж. Не высовывайтесь. Если вертушка нас заметит, тут начнется ад. Выхожу. Воздуха. Впереди. Смотрят сюда. Осторожно. О, еще один. На 3 часа. Рядом со штабом. Еще один. На 12. Снял его. Вижу еще одного. На 9 часов. Бросил датчик. Вижу двоих. Справа. Перехожу. Осторожно, тут пулеметная точка. Справа. В здании. Вижу противника. Справа. Еще двое. На крыше. Готов к атаке. Жду выстрела. О, готов к атаке. Пошел.
Тебя могут заметить. Третьего. Готов. Пошел ты. Потерь нет. Поторопитесь, мне на земле не чувствуется.